Так ты говоришь, это поле боя времен красных набегов? Битва горящих цветов. Амадис состоял в армии Карха, которая шла на запад. Его отряд напал на Тенакт, но они недооценили силу врага. Это была бойня. Никогда бы не подумала, что ты дружишь с участником красных набегов. Нет, он не был одним из тех злодеев. Он пытался остановить атаку, но не успел. С тех пор он сбегал. Думаешь, с ним здесь что-то случилось? Не переживай, мы его найдем. Он обещал прислать мне весточку отсюда. Я ждала, но ее все не было. Вот это поле. Здесь Тенакт перебили Карха. Похоже, время и погода смыли следы битвы. Но отпечатков ног тут хватает. Похоже, недавних. Посмотрим. Глубокие следы, похоже, озерам. Не разберешь, был ли здесь Амадис. Надо осмотреться. Может, визор подскажет. Амадис должен был идти один. Откуда здесь озерам? Глубокие следы. Не озерам, возможно, Карха. Попробую пройти по ним с визором. Возьму-ка для повара. Может, тут есть что-то еще? Талана, похоже, я что-то нашла. Следы ведут в сторону от поля битвы. Веди меня. Что он тут делает? Может, он видел Амадиса? Давай спросим. Вы, наверное, отстали от своих, отбились от каравана и потеряли повозки. Не бойтесь, я не из тех, что мстят Карха. Просто старый мусорщик, любящий поболтать. Я Лел, а вы, похоже, заблудились. Вообще-то мы кое-кого ищем. Охотника Карха. Он путешествует один, а одежда его порядком износилась. Да, он тут был. Разнюхивал про старое поле боя.
Хотел узнать, что там случилось. По его счастью, старый Лел много знает. Армия Карха угодила прямо в засаду Тенакт. Многие пали, но некоторых Тенакт угнали на запад. Тот парень хотел узнать, куда. Сказал ему, что слышал о месте под названием Гниль. Что это? Тюрьма Тенакт. Или кладбище Карха. Ну, это как посмотреть. Где это место? Дальше на запад, в землях Тенакт, но это его не напугало. Рядом с полем битвы стоял караван Азерам. Они как раз собирались туда. Он с ними. Они ушли на запад, к горам. Спасибо, Лел. Нам пора в путь. Хорошей охоты. Пойдем на запад, к горам. Если найдем караван, найдем и Амадиса. Веди. Ты говорила, что Амадис потерял в битве близкого друга. Думаешь, Тенакт взяли его пленником и увели в гниль? Не знаю, возможно. Вон, на горе. Похоже, там есть тоннель. Бронежилет. Он нас не видит. Воспользуемся этим. Ястреб и дрозд, как в старые добрые.
Чтобы открыть дверь, нужен какой-то код. Кажется, мне тут пока делать нечего. Thank you.
Идем. Туннель ждет нас. Похоже, обвал. А что случилось с караваном? Давай осмотримся. Может, твое особое зрение поможет? Талана, я кое-что нашла. В завалах. Что именно? Азирам. Что там написано? Он был в караване, который проходил тут. Текст обрывается. Наверное, туннель начал осыпаться. А. Но тут ничего не сказано об охотнике Карха. И первый караван прошел до разрушения. Похоже, они отправились к источнику на той стороне. Значит, не все потеряно. А есть другой путь. Я не знаю. Горы довольно крутые. Надо найти путь. Спасибо, Элой, что дошла со мной сюда. Потратила много своего времени. Вот, возьми. Это поможет тебе на охоте. Подожди. Где мне тебя искать, если я найду путь через горы? Я встречусь с Милу в каменном эхо, как смогу. Если найдешь путь, расскажи ей. Ладно. Удачи. И тебе. Кажется, Талана очень беспокоится о друге. Хотела бы я ей помочь. Но пока через эти горы никак не перебраться. Уверена, повару это пригодится.
Надо быть готовой ко всему. Меня спасет. Положу в подсумок. Thank you.
кислотой потом добью. Пожалуй, оставлю при себе.
это можно есть, если приготовить. Кажется, святилище Утару. Но кому оно посвящено? Она боится электричества. Еще одна застава мятежников. Пора узнать, кто у них главный, и разобраться с ним. Регалы захватят рощу, я уверена. Баллиста. Пригодится, если попаду в неприятности. Видишь? Я ничего не видела. Вот. Эй, ты! Нужно осмотреть тело. Я ее нашла! Может, найду что-нибудь.
Идентификационный жетон. Я видела эти солдаты, но чтобы столько? Никогда. Видимо, мятежники собрали их с тел убитых солдат. Возьму их с собой. Позже разберусь, что с ними делать. Без командира мятежники отсюда уйдут. Но можно разобраться с ними сейчас. В любом случае, здесь я закончу. Можно идти дальше. Теперь здесь безопасно. Электричество ее быстро вырубит. Мне кажется, сигнал идет с той железной вышки. Можно сходить туда и проверить. Образ из мира предтеч. Напоминает песню долины. И какая-то железная конструкция. А вот и я! Образ пропал. Нужно попробовать снова, не попадая в нужную область.
Попробую осмотреться, используя визор, чтобы наложить образ. Так, попробую еще раз. Тарелки совсем как в песне долины. И еще какая-то железная конструкция. Кажется, этот образ был запечатлен откуда-то сверху. Может, попробовать у тех железных конструкций на холме? Не придется беспокоиться о запасе. Тот древний наблюдательный пункт. Можно попробовать наложить образ оттуда. Я выше места, где был запечатлен образ. Почти на месте. Мне тут не рады. Угол неверный. Может, я слишком высоко? Кажется, я почти в нужном месте.
Она знает, что я здесь. Кажется, я уже близко.